Здравствуйте, зрители и гости канала, с вами Хорячая Семья, Хорячий Батя Грегор. Сегодня у нас с вами неожиданный копчик. Членами банды, конечно же, Хорячие, кто же еще? Теперь другие, но... Это как бы не означает, что с Андреем и Аней мы не будем больше играть. Нет, мы с ними будем играть, и еще сколько. Но сейчас с нами будет Дима и Энесса. Это тоже члены банды. И они молодцы, что еще я могу сказать. С ними продолжим также играть в Left 4 Dead 2, потому что мы компанию не прошли, а игра есть у всех, и почему бы этого не сделать? Так что давайте врываться в события. Ну что, готовы? Конечно. Всегда готовы. Унеслась. Долбанные клоуны. Я после Доктайда со словом карнавал. А, это карнивал. В общем, у меня прошла ассоциация на карнавал, и все. Это одно и то же, Инесс. Ну да. Ну, мой английский очень хорош. Особенно английский дарктайдовский, да? Дарктайдовский английский, это как это? Там есть, по-моему, вообще универсальный язык, язык насилия, боли. Ну да, главное все во славу императора. Не, ну это вообще по умолчанию. Мы проведем карнавал во славу императора, например. Супер, но даже она не проедет. Кстати, блин, я помню, мы же много лет назад прям постоянно играли. Да мы вообще первую часть до дыр закатывали, ты чё? Ну, не, меня там не было явно, а вот... А вот карнавал я помню. Не, я помню. А ну хотя тогда мы с Тёмой, по-моему, играли, да. А вторую, по-моему, уже с тобой начали тоже бегать. Ну и отлично. Можем хоть умереть, тут взрослые люди. Вообще, конечно, возвращаясь сейчас в такие старые игры, это жестко. Ну да. Чё, бежим? А, там машина с сигнализацией, вон красная. Вернее, с красными фонариками. Понимаю. Мы просто тебя еще не это не достигли. Осторожно! А этот жокей у меня. Твою мать! Спасибо. Перезаряжаю. Есть громила. Еще и громила. Хватит стрелять друг друга. Гурила где-то. Убил. Блин, не хватает, знаешь, на какую-нибудь кнопочку рукопашной атаки. А, ну только на правую мышку, да, точно. У меня проблема, что я на Shift пытаюсь ускоряться. Слушай, я на правую кнопку мыши пытался целиться на прошлой игре. А, понятно. Да, и все, ждем, что это заиграет Jesper Kyd. Да. Тум, 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 тум. Где-то курильщик бегает. Давайте хотя бы не будем лупить друг по другу, ладно? Готов. Чё-то они меня прям это взлюбили. О, тут это бита, если кому надо. У нас есть пушки. Дима, гитара, как ты любишь? Та-та-та-та-та! Подбираю осколочные боеприпасы. А давайте сразу, чем мы это. Осколочные. А, их сразу можно, да? Да. О, аптечка. А, блин. А хотя не, подожди, надо этот баг-компаньон забрать. Я слышу охотника. Охотника? Вон он. Ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду. Нифига, бот. Просто в полете. Осторожно! О! А куда нам?
Нам сюда. А на меня кто? Идите. А, ты женщина. Нет, это Инесса женщина, а я... Инесса играет за огромного черного мужчину. Мы никого не осуждаем, в принципе. Да-да, я услышал. Что? Что, ты никого не осуждаешь? Услышала, запомнила, да? Забудь, да? Ах, как же это хорошо. Бить зомби гитарой? Немного музыки. Твою мать. А, там у нас бота схватили. Так, а, то есть, все, это, снял его. А, он жив. Осторожно. Так, а насколько он упал? Сильно упал. Блин, у меня струна лопнула. Перетяни. Я не могу, я не умею даже ее держать. Ты держишься за гитару не с того конца? Да. Ну, хотя бы. Это просто грустная трунь была, на самом деле. Грустная трунь. Нифига себе разлет. Ну то есть да, я в упор в зомби стрелял. И промахнулся все разы? О, нет, я еще в кого-то попал. Тут бензопила нужна кому-нибудь? Если не нужна, я заберу. Эй, не стреляй по машине. Взял. Нет, попробуй бензопила. А, ну ладно. Неважно. Бензопила в любых руках весело. Так-то да. Блин, на меня бежала зомби-женщина и пыталась пропагандировать ЛГБТ. Наверное. Нет. Ай, схватили, схватили. Где ты там? О! Бежим, Инесс. Бегу. Блин, правда, меня схватил курильщик, звучит, конечно, интересно. Да. Так, сейчас я перевяжусь сразу же. Фанаты моей игры на гитаре забежались. О. Надо полечиться. А я тут занимаюсь самолечением. Тот случай, когда им не только можно заниматься, но и рекомендуется. Угу. С адреналином. Что-то мне так кажется, что... На... Не, надо сначала по это. Полечиться так, если нет, полечиться. О, тут патроны. Одну. О, тут еще есть этот. Кажется, магнум. Но магнум... Таблетки. Не, я лучше гитару возьму. Возьмите этот... магнумик. Бегу. Пистолет хороший. Мне же говорят, бензопила даже закончится уже, так что... А где он? Иди сюда. Вот ты, иди, блин. Отметку как делать? Ой, честно, не помню. Не на, точно не на среднюю кнопку мыши. Или это не он? Не, это он. У него сколько? 8, да, патронов? Да, да. Магнум, зверь. Там кто-то... И кто-то хрюкает. А, громила. Здесь охотник. За привидениями. У нас, кажется, ведьма где-то. Очень даже может быть. Ведьма? Да, вон она. Ведьма. Она на фонарик тоже реагирует, если она, вижу, да. Уходи, уходи. Так, а нам туда идти? А, да? Ну, ладно. Так, но у меня есть молотов. У меня меньше всего здоровья. Давайте я ее отвлеку, только вы мне дорогу освободите вот эту. Да давай молотов кину. Ну, давай. А, подожди, она успокоилась. Успокоилась? Пойдемте. Только не светите на нее.
никак нельзя было оставить ведьму в покое. Ведьма — это местный аналог демонхоста. Ага. В дверь скорее. О. Здесь лежит дефибриллятор. Дефибриллятор. В окно скорее. А, в окно? Ладно. Бля, из окна. Громила! Парень, тектурик застрял. Толстяк! Как они все тут собрались на нас? Пригодится кому-нибудь. Они открываются, багажники? Нет, не открывают. Да, это все не потому, что тут черный персонаж, да? Осторожно. О, снизу этот, кажись. О, коктейль Молотова. Вот у меня здесь. У меня, кстати, есть один, надо будет его когда-нибудь использовать все-таки. Оружие, отлично. Бросаю коктейль Молотова. Так, Жакей, кажется, рядом. Меня громило тут. Был. Я внизу, эти что? Мы, кажется, не первые, кто решил здесь срезать. Господи. Я ее речку загадили. Че, кстати, Дим уже успел пощупать это? Dark Tide, что он хотел? Нет, я ж это... Только вот вернулся сегодня. Ночью был. Осторожно! Патч. Ночь уже, дай нас. Перезаряжаю. Ну, на ночь уже прям. Мы припасники поставили и все. Тут это, боезапас, народ. Угу. Я не помню, тут отмечать надо. Можно, нельзя вообще. Тебя вылечу. Ой, спасибо большое, Нис. Ладно. Я просто совсем забыла, что можно лечить здесь. Да. А тут мне игра написала, и я такая, а как? Сразу попробую. Да твою мать! Спасибо. Я просто два выстрела с магнума пережил. Осторожно! Вот, но вообще надо по это пощупать Dark Tide. Вверх на холм. Пожалуй, соглашусь. Вверх на холм, пойдемте. Так нам добавили что, просто буквально мужичка, который китается снарядиками? Мужика со снарядами переработали, не знаю, насколько хорошо, систему этих получения наград. Наград стало больше. Чутка с балансом поиграли, ну совсем чутка. Что-то там, я даже не стал вникать, что они там сделали. И состояние на карту, газовые облака. Ты сходил на брать этих близнецов карнаков? Ну да. Ну вот, мышь. Вот, вот этот вот газ. А. Сзади идут. Вот ходите. Не стреляйте в машину. Осторожно! За тобой нас. Ну, вроде бы неплохо. Так, я думаю, пора подлечиться чутка. Давай, давай. В трейлере есть убежище. Тут жирный вон был. Лучше бы поскорее найти аптечку. Сейчас что-то активненько так все патчат. Зодиц и Сан пропатчили. А, где что? Кажется, а, так это сейв-рум. Сейв-рум, да. Хватит тратить время попусту. Скорее внутрь. Да я и так уже иду, как только могу. Блин, бот. Так, я, наверное, не против, если я возьму автоматическое оружие. Бери, бери. А, мы уже это? Да, оно сейчас нас на следующий перекинет. А вещи все останутся здесь, так что не парься. Не, ну неплохо. Нормально. 4 пятерки.
Я, правда, не помню, чтобы я особых зараженных прям убивал сильно, но ладно. Ну, видимо, все берем МПшку. Эй, смотрите, МПшку. Это же полуношные всадники! Эй, полуношные всадники! Никогда о них не слышал. Они крутые. You kidding me? They were... No, not really. They had one good song. Говорили, они отменяли концерты при сильном ветре, а то в ближайших городах по ветру начинались пожары. Ну что, погнали. Пойдемте. Our only way is through the park. Что там принято кричать? За императора, за демократию? За федерацию, да? Да. Молодо. Перезаряжаю. Хороший жук, мертвый жук. Ну, вот это вот все. Хороший зомби, мертвый зомби. Так, там, кажется, вот плевальщица. Перезаряжаю. Может, хватит уже, а? Летит! Плевальщица! О, тут ножик есть еще один. О, граната обычная. Бомба. Так, я бимбу забрал себе. Гранатомет, ребята. Так, молотов кто-нибудь берет? Пока нет. Перезаряжаю. Нет. Говорю тебе, скоро польется зомби-дождь. Эй, осторожно! Че, гранатомет кто-нибудь будет брать? Я, пожалуй. Давай, бери. Нет, все... нет, я говорю, нет, нет, потому а. Что большие пушки в моих руках, блин! Это такое опасное. Взял. Меня тут чешут. Бегу. Меня схватили, ребят, ребят. Окей. Похилься, Дима. Нет, осторожно! Ладно, не та кнопка. А что было? Да там где-то коктейль Молотова валяется. Там, кстати, он еще есть один вот тут. Да. Вот он. Молотов! Она так это спокойно говорит. Да, ну ты вообще знаешь, как... Боевая винтовка. Ребят, боевая винтовка. Та-та-та-ти-та-ри-та-тай. Боевая винтовка. Давай. Она, по-моему, очередями, да, стреляет? Да. Боеприпасы. Может, остановимся и наделаем сахарной ваты? Ну, правда. Я слышу плевальщицу. Плевальщица! Сейчас плюнем! Поливальщица. Меня тут... Да, спасибо. Ага. О, тут граната. Дима, есть что, бери гранату. Ну или Несса. Ротачи-тари-татай. У меня молотов еще. Граната лучше, она заманивает. Все отлично. О, адреналин. Здесь клоуны. Можно уже прекратить по мне стрелять. О, жиги. Осторожно! Сзади к вам бегут, но я отстреливаю часть. Так, жиги поставить. Осторожно. Перезаряжаю. Вот таблетки. Тут дробовик и охотничье ружье есть, если что. Угу. Егор, жиги нужны? Не, ай-яй-яй. Тут на меня напрыгнули. А, Гамил. Я это объяснил ему в стиле хэви метал, что так делать тут не надо. Одобря. Меня задело этим горящим дерьмом. Скорее, скорее, я весь в этом дерьме. Так, сейчас я кину гранату и заберу. Граната! Стрелять в жмура с гранатомета — это забавно. О, шурнулся. Весело, хорошо. Весело убивать жмуров. Да. Осторожно. А!
Еще один. И еще один. Как мы всех выхватили. Так, может, гранатку надо было, наверное, кинуть. Ну, я могу кинуть, если надо. Да, я сейчас кину. Давай. Осторожно. Эй, осторожно. Получите-ка вот это, ублюдки. Сейчас еще одну кинул. Да ты одну сторону собрал, другой что-то на нас. Так, там плакальщица стоит. Блин, как тут отмечать? Должно же быть. Ну как-то, наверное, да. Или это... А, это не плакальщица, я прошу прощения. Про ведьму? А, нет, ведьма есть. Она прямо вон на фонариках, так что это нормально, пойдемте. О, какие-то патроны. Зажигательные. Персиковый коблер. Разбирайте зажигательные патроны. Пригодятся. Е. Так, ну чё? Го. Осторожно, я слышу толстяка. Что? Это я? Нет, это не я. Отлично. Это, наверное, я задел. Взрыв-то большой. Ни одной, блин, планеты не образовалось. Какой он большой? Так-то да. Катаны, ребята, кто хочет это посамураить? А что, нам не сюда, что ли? Хочешь быть черным самураем? Здесь есть оружие. Где? Вот катана. Взяла катану? Тут лежит какой-то меч. Какой-то меч. Какой-то меч. Там что, не сюда надо Истинный было? Самурай? Ну, видимо, нет. Значит, пойдем. Прошу прощения. А, нам вот сюда, вот прям рядом с ней. А. Отлично валяется. А. А! Вот сагрил. Мне нужна помощь. Так, а где она? Давай, поднимай Нессу, я бота подниму. А, я-то думал... Охренеть! Ребят... У тебя тоже 2 хп, да? Да... Чё-то поход... Тогда надо аккуратненько, Инесс, похилься. Тут аптечка, ребят. О, а, где... Дима, давай, бери ты, я пока это... Давай... Ну, кстати, если... Тебя, наверное, не надо это, нам терять. О, тут М16 есть. Нам потом многочисленным подписчикам объяснять, если мы тебя потеряем. Еще одна аптечка валяется. Где? Егор. Вот, внутри этого. А, да? Ну, уже Дима подобрал. Давай, мазай, мажь меня. Я развернусь. Мне нужно тебя вылечить. Инесс, отвернись. Ладно, хорошо. Повернись, Инесс. Поздно. О, так, ну М-ку, кстати, можно и взять, по-моему. Хорошо. Землю. Ты вроде похилился, да? Ну да. О, тут, кажется, это. О, аптечки. 2 штуки. Надо же. Бота будем хилить? Нет. Здесь боеприпасы. Да, действительно. О чем это я? Так, ну что, 1, 2, 3. Мне кажется, сверху кто-то сидит. Все сидят. Мерзость. Потрясающе. Кидаю гранату. Так хорошо, пошли. Здесь где-то бродит плевальщица. Игра так и намекает, чтобы я похилил Элис. Но мы этого делать не будем. Е, горочки! Бля. Тара-та-та. Там жокей. Жопей? А, на мне. Нормально. Я радикально тебя спасаю взрывчаткой.
Отлично. А, его уронили? Ну ладно. Поднимать его? Да, да, конечно. Now this is heavy metal. За мной должок. Видишь, он тебе еще и должен теперь. Я просто по рефлекторно хотел сначала помародерить на его почти трупе. А потом вспомнил, что это другая зверь. А потом случайно заняла ему денег, да? Ага. Так, а это что Ой, такое? Тут автоматический дробовик. Взял. Там просто в гранатомете 5 зарядов осталось. Так что... Отбираю зажигательные патроны. Бросаю коктейль Молотова. Комментирую каждое свое действие. Конечно. Вообще иногда вот этого не хватает. Ну, кстати... Там плевальщица убежала вдаль. Помнишь Dark Tide, да? Лестница! Помнишь мою любимую орбитальную стратегию? Да, помню. Это вот. Как забыть, Инесс, как забыть? Ой, волна. Карусель, это ведьма еще. Карусель. Вон она. Остановить карусель, пойдемте тормозить ее. Несс, аккуратненько. А с какой стороны ее? Я внутри вон как раз. Там, где Инесса стоит, заходить. А. Вы как, откуда, где? Уходите. Ой-ой-ой. Черт, это слишком громко. Кто-нибудь выключит ее. Какой-нибудь граната есть? Не, я пустой. Не, не прокатит. Надо прорываться. Да зараза. Охотник. Здесь охотник. Спасите. Кого? Пытаюсь. Готово. Спасибо. Закрыл. Отлично. А, Элис умер. Жалко немного его даже. Ой-ой-ой. Упал. Кто-нибудь поможет мне? Так, я... Ударяю рок и бегу к тебе. Давай. А, понятно. Так работает. Это работает плохо. Каждый сам за себя. Не смей тут подыхать. Я пытаюсь. Отстреливайся. Инесса, живи. Хух. Выглядит жутко. Это негр. Солнышко. Все нормально. Блин, тебе придется запикивать это, да? Не-не, ладно, нормально. Огненные пули. Ну, скорее всего, там может прилететь. Я кину. Или не может. Или на нашем сегменте не работает. А хрен их знает. Я что-то не подумал. Не надо? Чё? Чё говоришь? Зажигательный патрон. Я взял. Хватит дергаться. Я так тебя не... Блин, она прямо у нас по дороге, ребят. Спасибо. Ну, давайте я как самый, это... Да не, подожди. Ну, блин, нам придется её, наверное, убивать. Давай, я люблю убивать ведьм. Помнишь, о, подожди, чувак. Я... О, подожди, пойдемте сюда. Подожди, а если мы спрыгнем, то мы по кругу будем идти, да? А, так это Элис же. Ну ладно, пойдемте спасать. Ах. О, подожди, тут
О, тут это воскрешалка. Я возьму. Лазерный прицел здесь, ребят. Где вот я? Точность оружия увеличивает. Вот лазерные прицелы. Мне на гитару можно? Спасибо. Конечно. Так, а быстрее тут никак. Ага, по кругу. Но по кругу нам все равно надо через вот эту штуку. Да-да-да. Вообще очень странно, что ведьма агрится с фонариков, притом сидит в свете. Это очень забавно, что лазерный прицел увеличивает точность дробовика. На каждую дробинку. Смотри, от бота какая польза. Я даже не видел этого курильщика. Если тебе помогли, это не зазор. Ну чё? Спасибо. Интересно, как тут воскрешение-то работает? Ну чё? Ну, если что, давай. У меня есть воскрешалка одна. Все? Да вроде. Она ваншотит же первого этого попавшегося. Она до последнего будет лупить. А, так это убежище. Да, вроде. Бегите в туннель любви. Что? Беги в туннель любви. Нет, не с вами. Закрывайте дверь. Вот так вот можно. И не стесняйся, заходи. У нас тут уютно, Дим. Чё-то какой-то хреновый я охотник на ведьм, если честно. Я вот сейчас мочу, как копашный боец. Чё тут есть? А, понятно, нихера. Кроме аптечки, конечно. Это самое расслабляющее из всех убежищ. Надеюсь, бот возьмет воскрешалку? Инесс, похилься. А, Дим, похилься ты тогда, возьми воскрешалку. Ро, а как насчет окей. Самолечение. Подорожник. Да. Тут с ножа на правую кнопку он словно обнимается. Такой типа, иди сюда. Иди ко мне. Так, ладно, если вы наобнимались, то можно продолжать. Конечно. А почему ты шнура пропустил? Я присяду. Я не пропустил, а оставил вам. Ой-ой-ой. Да-да-да, что там? Да я на перестрелку с ножом пошел. Ага. Да нормально. Сюда так делаю. Перезаряжаю. But you put a knife on a shooter fight. Или он сказал то, а он же сказал правильно. Ладно. Игрок Диметр защищает персонажа Диметр. Как интересно. Сам себя не защитишь. Второй жокей. А тут что-нибудь вообще есть? Мы столько их настреляли. То есть они просто, знаешь, как это, как статисты такие. Из задника. Ага! You could almost call this a cement river. Mm-hmm. Очень смешно. Вот таблетки. Таблетки. Вот таблетки. Опять этот горящий понос. Горящий понос. Нравятся мне комментарии, конечно. Тут вентиляция есть. Слушай, ну даже это, даже вот такие вот редкие голоса озвучены лучше, чем... Озвучено смута. Я ожидала этого. Конечно. Да. Ты ожидала упоминания смуты сегодня, да? Да. Что, мы ее бьем? А, о! Блин, не, ну... А можно обижать с твоей стороны, Дим?
Да в целом... А! Лучше бы обижать с моей стороны. Пойдем, Инесс. Подожди, серьезно? Да. Я бегу к вам. Это... Собака. Ладно, я и в зону бикини буду стрелять. Я все равно не вижу больше ничего. Тебя же Кей прокатил до ведьмы? Ну, кстати, она не на меня сагрилась. А, да? Да, она сагрилась на тот момент, то, что я это... То, что я освободился как раз. Ага. Спасибо. Так, у меня есть баллон-компаньон. Я думаю, что... О, вот, бензопила. Знаешь, у тебя может есть баллон-компаньон. Но с баллоном-компаньоном ты в коопе не сходишь. Блин, да. Бензопила, кстати, рулит. Так это что, да. Если кто-нибудь хочет порубить сейчас, то можете взять. Я этот... Я пока с автоматом. Тут, кстати, Старс, по-моему. А на концерт надо будет... Охотник. Тут я один тир открыт, да? Да. О, тут сзади патроны были, кстати. Если что. Вот где я. Знаешь, во что можно было вообще сыграть, кстати, на копчик? Так-то. Этот, как его? Властелин колец, Войны Севера, которые. Война Севера, это... Которая для троих чисто рассчитана как раз. Ну да, можно. Только она в Стиме, кстати, сейчас, по-моему, не продается. Вообще или у нас в России? Вообще. Ее, она вроде как вообще не продавалась, поэтому... Ее сняли с продаж или что-то такое. Но, блин, она классная была. Зря они... Короче, только это. Старая добрая... Тарантино, да? Да. Ну, кстати, а почему нет? А какая разница, да? Если игры больше нигде нету. Жокей, Жокей! Жокей! Жокей, Жокей! Жокей! Ну? О, боже мой, Жокей! Смотри на мир веселей. Толстяк. Вниз в дыру! Вниз в дыру, ребята! Все как в жизни. Да! Зара под названием. Да-да-да. Дно! Ой, жирный, ой-ой-ой. Молотов. А? Аккуратно бегите, глупцы. Я не курю. А представь, как ребятам было озвучивать все это, да, хорошо? Да. Да, пожги меня еще. А представь, были бы тут эти японские персонажи. Ямэ-то кудасай. Да нет. Слушайте, я кину меня гранату. Кстати... Могу себе позволить. Там меня, танк, кстати... там танк! Меня, кстати, на курсе почти уже благодарят за то, что я единственный не спрашиваю вообще про аниме. Не, ну слушай, в озвучивании аниме много неплохих этих актеров озвучки. С одной стороны, да, но это... Если совсем часто этим заниматься, можно чутка потерять навык в остальном. Там все-таки все равно, насколько я понимаю, эмоции чутка это... Ну, тут еще, как по мне, не совсем... Все-таки ребята иногда адекватно работают. Соглашусь. Ну, в том плане, что... Вот, мы сейчас с тобой пересматриваем аниме. Ну, наверное, Егор меня поймет. Я еще застала озвучку Персона 9.9. Mm-hmm. Ну-ну. То есть мне, в принципе, как бы сказать... Не то, чтобы были высокие требования к озвучке аниме. Uh-huh. Вот, но в силу того, что... Аптечка, аптечка. Слышу, еще одна аптечка. Дима занимается вот это вот все. Uh-huh. Мы, короче, смотрим психопат, как недаба. Uh-huh. И мне вообще не нравится. Вот прям местами по ушам режет. Мне этот нравится, господи.
Я вот то вспоминаю, то забываю. Но это часто, в принципе, с актерами тоже бывает. Ой. Ты актера какого-то пытаешься? Актер озвучки, да, который этот, кучерявый такой. Кучерявый? Ну, Иващенко, Гланс? Не, клинок, рассекающий демонов, которым он озвучивал. Молодой. А кого еще он озвучивал? Блин. Пойдемте за мной сюда пока. Ганжаев, по-моему. Ислам Ганжаев, да. А, ну да, он неплох. Охотник. Но он, кстати, неплох, да, он прям... Подождите, у нас что, бот валяется? Да. А, ну мы к нему просто не вернемся уже. Да ладно. Не, хрен ну, просто, с ним. Вот понимаешь, он навязался с нами в компанию. Ты его звал? Нет. Вот и все. Ну что, погнали. Так, сейчас должна открыться, да, вроде? А я не помню. Но мы по-другому не доберемся. Погнали. Короче, может они отвлекутся на бота, пусть едят его. Нам надо идти дальше. Я прорываюсь. Попытаюсь не останавливаться. А, твою мать! Инесса, спасай! Выключите аттракцион! На помощь! Эй, сюда! Я тебя даже не вижу, если честно. А, я на этом вешу, на краешке. Даже не думай, я сам не справлюсь, помогите! Позади тебя прям. Вот, да, наверх забирайся. Мне нужна помощь! Я все. Нет. Я не вижу. Я выше, вот где жмуры бегут прям. А, сзади жокей, Инес, жокей. Нет. Так мы и погибли, не прокатившись на горочке. Ну еще по пальцу услышь, тебе давит. Конечно. Ну, ладно. Это свинство. Не. Так, погнали. Я лечусь и этот беру, да? Да. Я думаю, надо просто побольше пользоваться гитарой. Да, я согласен. Ошибка была в прохождении. На прорыве как бы то, что надо. Постараюсь. Побольше пользоваться гитарой. Это очень забавно. Это, помнишь, я же тебе говорил, что... Ой-ой-ой, там с этой, с нашей точки бегут. Чё, ведьма где-то плачет, что ли? Да, скорее всего. Этих ведьм как говна сейчас. По жизни, да? Да. Кстати, раньше их, по-моему, так много не было. Ну, затрудняюсь. Громила. Блин, дробовик хорош. Что ты там говорил про это? А, гитару и назначение. А, ну, то, что этот... У меня есть классная понтовая гитара, ну, ты знаешь. Но я на ней так и ни разу не сыграл. Аптечка лежит. Аптечка, как и моя гитара. Народ. Да пойдем, у нас. Да у меня аптечка просто есть. А у меня просто дефр. Ну, похилься и возьми снова. Ну ладно, давайте. Вот тут патроны. Инес, патрончики. Перезаряжаю. Я слышу клоуна. Ну, в целом, мы с тобой знаем историю этой гитары. Да и Инесса тоже знает. Конечно. Ну что, готовы? Раз, два, три, погнали. Че, я не был готов.
Не могу сказать, что это было заслужено. Но забавно. Ну да. Итак, сзади лезут. Так, толст. Красавчик. Все возьмите себе оружие. Тут винтовка еще той НС, кстати. А, калашников есть. Но у него разлет прям сумасшедший, конечно. Я не знаю, почему вообще калаш сюда делает с разлетом, как не знаю у кого. Да, особенно в русских играх мне это нравится. Они словно реально вообще не знакомы, блин, с тем, как это оружие работает. И как оно стреляет. Не, конечно, если в тупую зажимать, то да. Здесь патронов нету, да, сейчас видишь. Курильщик где-то. Я тут вспоминаю игру, где мне очень нравился Калашников, но он вот чутка модифицированный. Привет, Атомик, ха? А, не, ну да. Не, ну там Калашников, кстати, нормальный. Тут я согласен. Он там прям хороший. Это было мое любимое оружие, одно из них. Не понял. Где бомба? О, бомба. Отлично, взял. Тут вентиляция есть. Ну, скорее всего, туда вряд ли можно пролезть. Разбиваемая. Пойдемте. Я сейчас кину бомбу. Там лежит что-нибудь? Кидаю бомбу. А я прыгаю туда, потому давай, что давай. Я тоже бомба. Бомба-пушка, да? Да, баба-бомба. Да-да-да. И тут заиграл Ленинград. Если что, это касательно только твоего персонажа. Конечно. Ну, все мы знаем, что... А, это танк? Танк! Понимаю. Я пойду и на этот пацу. Пошел! А! Больно! Готовы! Хильтесь, может, пока. О, Дима, стой. Да-да. Не спешите. Сейчас тебя за грудь потрогаю. Инесса, отвернись. Инесса, повернись. Я чувствую, да, я тут смотрела сама на себя, вот на вот этого большого черного мужика. Блин, ну, дробовик лучше мой. Ладно, давай, вот понимаешь, патриотизм. Ты взял, ну ладно, это хорошо. Так, ну чё, погнали. Просто понимаешь, вообще, она черная. Был бы здесь этот джип с пулеметом на это, на крыше, ха, было бы отлично. Джипа с пулеметом на крыше здесь нет. Ну, поэтому... Поэтому да. Выживаем как можем. Драгунов-инстоличная. Это что-то из Таркова? Это... Рауптир группа. Осторожно! Любят некоторые металлисты про алкоголь петь. Но песня забавная. Это Корпикла не пели, да, про водку? Да. Но я их с некоторых пор вообще не слушаю. Потому что они то поют про водку, то про политику. И это прям меня бесит, когда люди так делают. Песня а еще про меня политику? Душат. Уже не они душат. Же про это, в поддержку песенку выпускали. А-а-а. Да. Ребята, бля, которые тоже, пили проводку. Нельзя говорить. Да, да. Ну, у каждого, я так понимаю, свои предпочтения. Че ж поделать. Да. Я перезаряжаюсь. Абсолютно никого не осуждаем. Ну, кроме некоторых групп. Людей, личностей, ситуаций. А вот Мановар молодец, да? Да, Мановар адекватный. Ну чё, погнали. Так, я постараюсь вперед убежать. Надеюсь, хорошо, что... Инесс, давай, погнали пока. А где Громила? Со мной рядом. Меня бьет. Все, не бьет. И какой-то плюс от того, что винтовку взял, слушай. Плевальщица.
Лиса, я разберусь. Блин, жаль, гранаты нету. Нет. Ай, курильщик, курильщик, Нес. Я бегу как могу, я просто ползу скорее, не бегу. Я сейчас упаду тут. Ну пошли нахрен! А что, а как, а куда? Спасибо. Нет, нет, нет. Вот, он схватил курильщик тоже. Блин, ха. Не зря я взял этот магнум. О, черт, у нас нет на это времени. Вставай, вставай. А тебя тоже уронили? Меня да. Нет. Мне нужна помощь. Да, я по уши. Сейчас тебя бот поднимет. Лечусь. Давай уже, поднимай свою задницу. Сработало. Спасибо. Эй, Серёга, следующий, да? Что там у тебя, Дим? Охренеть. Надо до сих пор идти по рельсам. Небольшой закуток был, но я почти отключил. Ай-яй. Надо выключить сирену. Выключаю. Давай. Как-то мы сильно разбежались, по-моему, да? Зараженным плевать. Не, вы уже рядом. Ну что, Инесс, погнали? Да. Перезаряжаю. Убейте! Да. Здесь осколочные заряды! Фух. Забираю осколочные! Так, ну что, нам все равно дальше идти? Тут это, патрончики закинул. Я ползу к вам. Давай, давай. Круто. Ну, Дима нас есть что поднимет. О, Инесс, аптечка. Лечись! Ого! Это все нехорошо. Черный дядя аптечка. Хромает. Ого. Лечусь. Подождите немного. О, тут сейф-зона, кстати. Погнали, пока уже? Кто-нибудь не выбежал на нас. Чё, кстати, поискать этот, войну на севере? Да, глянь, кстати, она, почему. Она, по-моему, была. Ну и, в принципе, если будет желание, можно будет и в Дарктайднуть чутка. Можно. Да, можно будет, конечно. Народ, живее, заходите внутрь. Элис! Да ёп! Да, тут, кстати, есть... Бот считается единицей. Ай да красавчик. Нахлобучил. Гитарой притом. Потому что гитару взял. Просто страх и ненависть. Ну, прям насчет понимаю, что в этой команде бот я. Неправда. Неправда, ты очень полезный игрок. Вообще-то да, ты прикрываешь нас всех. А бот занимается херней какой-то. Ну и потом, тут опять же сказывается привычка к Дарктайду, к Верминтайду. Верминтайд гораздо более деревяннее Дарктайда, и, соответственно, Дарктайд гораздо лучше. Ну, всего Верминтайд вот все равно... Ну, в этот... плане управления. Верминтайд, он все равно как бы милишная хрень. Так, мы Элису отдадим этот... Короче, вот. Аптечка или этот, или дефибриллятор. Похильтесь, блин. Кто-нибудь. Ну ладно, давай я похилюсь. Кстати, это уже мрачный карнавал. Спасение. А! Это final round, да. Подожди, нет. Нет, это четвертый из пятого. А. Ну вперед. Зато мы побываем на концерте. А, да, кстати. Надо не забывать расталкиваться во все стороны. Это да. Потому что меня что-то окружили, и я что-то это не люблю, не когда меня окружают. Инесса Александровна. Mm-hmm. Убивай. Я пытаюсь.
Воруй. Воруй, убивай. Про гусей не забывай. Это уже магика. О, еще гитара. Ну что, соберем группу к концу? Да-да-да. Какая у нас была эта любимая песня? On the road again. А, да. Это... Куда нам идти? Наверное, сюда. Сюда. Здоровяк. Но гитарой. Надо отметить, что тут все равно, кстати, зомбики не самые плохие. Ну, в плане вообще поведения, отрисовки. Здесь охотник. Так, надо сказать, что в целом игра выглядит вполне себе приятненько. Конечно, это же Source, да, у нас? Да. Тоже, да? Да. Осторожно! Очень похоже на Source. Не, так это он и есть. А если что-то выглядит как Source, двигается как Source, управляется как Source, значит, это, скорее всего, Source. Ну, видимо, да. Ну, я помню, раньше в старые времена заигрывался в этот, в Unreal Tournament. Ведьма. Вон она висит, сидит. Фонарики, я на ведьму выключить. Смотрю, чуваки, почему вы меня убиваете? Научу вас доброте. Заряжаю. Христианского рока вдарю сейчас. Ну мы в Америке, так что это нормально. Может я черный кофе буду играть? Стоит цирк. А тут лежит какой-то меч. Какой? Не-не, у нас гитара уже. Давай не это. Фигню не занимайся. Ищи себе тоже гитару. Ой, понял, понял. А потом это. Хоть, 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 хоть. Надо поле притоптать. Через это здание. Это нам понадобится. Нам, видимо, сюда, да? Да, амбарчик. Здесь есть оружие. А точно? По-моему, нет. Что там? Или нам прям сюда надо? Вот тут боковушка есть. А, все, пойдем, да. Дверь скорее. Какую дверь? А, вот в эту дверь. Да. А? Тут лежит оружие. А, винтовка. Винтовка и укольчик. Идем по крышам. А вот теперь по крышам, да. Ну, мы такой компанией возьмем, да и припремся к Элис. А Элис тут мужчина. Я слышу толстяка. Так и живем. Современность. Ну мы Джейк, не обсуждаем. Дасти, Окс и Смити. Прям Окс? Прям Окс, да. И Смити. Тут где-то толстячок. У бомба есть какой-нибудь? Берите. У меня есть. У меня нет, сейчас возьму где. Вот. О, аптечка лежит. Я хильнусь. Хильнись, хильнись. И тут обезбол есть. Вот нам и колеса. Ну, колеса так колеса. На концерт. Так. Ага. Нажмите кнопку, ага, чтобы открыть ворота. Ну, готовьтесь. Готовы? Готовы. О, сверху патроны, кстати, если что. Не понимаю, о чем вы. Кидаю этот бак. Отлично.
А слева идут как раз зоны выхода. А твою дивизию. Бросаю коктейль Молотова. Ну, примерно так же я на концерт Мегадет прорывался. Ха! Это не культурный концерт Мановара, да? Ну, в целом... Нет, я немножко... Ворота открыты! Так, Жмуров тут... А они, по-моему, здесь не кончатся, так что... Не, кончатся, кончатся. Да? Ну ладно. А... Я надеюсь, ты не получил гитарой? Не. Что-то, судя по всему, не кончатся. Эй, осторожно! А не, они тут всегда заканчиваются. Перезаряжаю! Так, сейчас я перезаряжусь. О! Блин! Я подниму нас. У нас нет на это времени, вставай. Это Дима. Так я Инессе, чтобы она не переживала за тебя. А, я... Что раз... Инесса, а ты переживала за меня? Надо перезарядиться. Как, кто здесь? Да, но я решила, что все-таки нужно толпу держать. В следующий раз буду горестно вскрипывать рядом. Это очень любезно с твоей стороны. Осторожно. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Да что с вас так же ж... Осторожно. Много. Это, с концерта ж, фанаты. Я чуть прилегла. Да ёлки-палки. Блин, ты очень неудачно стоишь там, Дим. Вставай, вставай. А, ясно. Кор спасут. Ай-яй-яй. А, тут два охотника? Инесс, гранату. Эх. Я говорю, они здесь не кончатся, это надо прям рваться. Эх. Ну ладно. Эх. Ну ничего, я верю в вас. С такими товарищами, как вы, я чувствую себя увереннее. Вкуснее. Я не это хотел сказать, ладно. Ты чё, мудак, я тебя лечу, ты в меня стреляешь. Гнида. Там жмуры сквозь стены торчат. Но убить их нельзя. Я пыталась в прошлый раз их убить, но не получилось. Ну чё, ты на выход. Вперед! Закройте дверь. Твою мать. Закрой. Я не хочу там зомби. Это факт. Блин, она либо зомби, либо блевала просто. Ну, концерт же, да. Тут женщины друг друга били. Фанатки, видимо. И, между прочим, зомби просто хотят с нами послымиться. Ну, я с ними слымлюсь. Катаны. Я, кажется, не так понимаю суть. Да, это у тебя какой-то норвежский дэт метал. Норвежско-японский, да? Да. Современное прочтение. Перезаряжаю! Перезаряжаю! О, я ж патронов не... Какой молодец! Громила! Эй, осторожно! Так, тут бомба где-то есть. Бомба. Страдаю по потерянной гитаре. Ну, по идее, она будет там же лежать или ну нет? Ну да. Я ее чуть не нашла. Не, кстати, далеко не факт.
Помнишь же, как и патроны-то пропали тоже? Нет, а, ну я... да. У нас где-то здесь была, я уже все побежала. По-моему, на ее месте стопор. Здесь шприц с адреналином. Может, попозже будет. Может быть. Если хочешь, кстати, если хочешь танк, гитару, танк. Я могу топор взять. Да, не принципиально. Я тебя вывел из строя. Вставай, прости. Вставай, вставай. Я не хотел. Кстати, а я тебе эту смешную шутку, Егор, рассказывал? Какую? Как называется, когда актера-мужчину просят сыграть, ну точнее, озвучить женщину? Не. Мисс Каст. Ладно. Хорошо. Все возьмите себе оружие. Так тут бита есть. Я могу и взять, ведьма. А ты, Инесс, возьми гитару. Осторожно! Держи, Инесс, ты заслужила. Инесс, не заставляй гитару лежать на полу. Перезаряжаю! Какую гитару? Какой-то меч. Через это здание. А никак нельзя было оставить ведьму в покое. О! Я, а! Кажется, я напугал ведьму! Стреляй ведьму! Стреляй ведьму скорее! А, нет! Окей. Да, что происходит? Хаос и анархия. Мы же на концерте рок-группы. Спасибо. О, я похилюсь. Не переживайте. Я еще не помер. Лечусь. Да мы не переживаем. Но вдруг бы начали. Граната. Бери. Бери. И у меня есть. А, тогда я возьму. Там гранат... Инесс. Соло. О, отлично. Трун. Трун. А теперь зубная гитара, да? В дверь скорее! Там аптечка лежит, кстати. Ой, я бы не отказался. Не отказываюсь. Здесь есть аптечка. Здесь где-то бродит курильщик. Лечу. Здесь есть аптечка и где-то бродит курильщик. Снайперская винтовка. Okay. Еще раз выстрелишь в меня, получишь по морде. Возьму-ка я дробовик. Возьми. Бродробик. А, твою мать, сверху. Ай, спасибо. Пускай бегут за гранатой. Сзади, Егор. Ща. Извини. Там с той стороны плевальщица просто за крышей. Да-да-да, вот где-то вот. Плевальщица меня зацепила. Цепанула. Угу. Final evacuation is in the stadium. Так. О, это мы с собой возьмем. Учитывая, ну да, то, что можно. Джмуры лезут. Только надо это... Чё, держимся вместе и не это, и продвигаемся? Ну тогда да, чё поделать. О, тут аптечка, я вот возьму. Так, лучше, наверное, гранату оставлю. Оставь, да, нам как раз на прорыв пригодится. Ну чё, я жму? Да. Да, давай. Ready. Я нажал её. Взрывайте. Е-е-е. Охотник. Охотник Себастьян? Себастьян? А? Да. А где? А, ладно. Спасибо. А, это бомба, блин, я думал, это молотов. А молотов тут где-то есть. Где-то был, да, но я его не нашел. Вот он.
Ну чё? Ну чё, потихоньку двигаем. Граната есть? Есть этот, молотов. А. Жаль, что не граната. Громила. Блин, меня тут зажали. Благодарно выстрелил кому-то в спину. Это был я. Так. Осторожно. Здесь охотник. Там охотник прыгает, он. Надо перезарядиться. Бежим. Тут горят люди. Ага. Люди-зомби. Извини. Ай-яй, кислота. Упал. Серьезно? На том же самом месте? Ага. Инесс, поднимай! Поднимай! Егора! Нет! Просто при попытке меня сразу выбивали. Да, понимаю. Надо вместо этого, как его... Вместо снайперской винтовки возьму, наверное, дробовик, может быть. Наверное, лучше автоматическое оружие здесь брать. Ну, я там подальше возьму, потому что вот... Которое тут лежит, оно такое. Я калашников оставлю. Поехали. Круши все. Осторожно. Жаль, псайкера здесь нет. Идем дальше, через автодром. Стреляй в клоуна. Ну, тут, понимаешь, была борьба за мозги. Один хочет их взорвать, другой хочет сожрать. Это да. Да. Но... Почему нет? Так, где вы там? Я все равно больше молний люблю. Это да. Контория контрольная? Перезаряжаю. Эй, я перезаряжаюсь. Так, тут магнум есть, если чё. Он у меня есть тоже. Магнум, он вместо гитары, так что я брать его пока не буду. Я тоже взяла гитару. О, ага. Вот чё ты вперед так убежала. Аккуратно слизь. Да нет, я не вперед, я вообще по бокам, по-моему, пошел. Ну, как на... Нормальные герои всегда идут кругом, правильно. Осторожно. Вот странно, что они за вертолетом не побежали, да? Ну да. А клоун это просто... Какой-то сильный зомби или что? Он как приманка работает, где типа клоун, туда зомби сбегаются. А. Где-то ведьма. Громила! Убейте, заряжаю! Эй, осторожно! Осторожно! Перезаряжаю! Теперь я понял, почему я любил дробовики. В этой игре они против зомби вообще отлично работают. Увидите в боеприпасе, орите. Где, где, где? Не, я говорю, если увидите, орите. А, я наоборот думал, что они где-то... Если бы они были... Увидите боеприпасы, горите в аду, да? Да-да-да. Ну, это если зажигательные. Боеприпасы. А если увидите обычные боеприпасы... Наверху пусто. Горите в раю. Здесь есть оружие! Так нравится, как гитара сносится... Сносит бошку. Дверь скорее! Ты протрунь.
Нет, она прям голову снимает. Тут М16. Так, тут коктейль Молотова. Я возьму. Вылезайте из этой слизи. Так, ну я, наверное, М16... Хотя не, я ставлю с дробовиком, он что-то мне нравится. Жокей! Жокей! Перезаряжаю. Хотя патронов нет, поэтому, может быть, и... Ладно, я пойду возьму все-таки этот. Так тут же дробовик есть. Где? Ну, он там лежал, по-моему. Нет, нет, тут это снайперская там винтовка снайперка? И М-ка. Обознался. Ладно, возьму М-ку, то патроны кончаются. Бери Эльку. Хе. Осторожнее тут на крышах. Упрыгал? Да. Умер. Красавчик. Прикройте на секунду, я подлечусь. Эй, осторожно! О, тут аптечка валяется, кстати. Здесь шприц со белолином. Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Вот для меня. Так, кому нужнее? Мне. Конечно же, мне. Ну да. Лечусь. Прикройте. Что-то она как-то странно говорит. Как будто отдаляется. Как нам просигналить вертолету? Здесь есть боеприпасы. Ну что, рэди? Я нажал ее. Рэди. Вон, уже бегут. Коктейль Молотова кидаю туда. Справедливо. Да, синхронно получилось. Двойное пекло. У меня если... Я гранату держу пока. Держи, держи, да. На том этапе пригодится. Осторожно! Погнали. Врата открыты! Чё, бросить эту? Да, да. Не, не, рано, рано. Извини. Охотник. Зараза. Дим, хилься ты, потом я. Что, где, в смысле хилься я? У меня этот, дефибриллятор. Тогда я хилюсь. Хилься. Держу. Так, ну чё, рэди, погнали. Надо перезарядиться. Плевальщица. Так, наверное, надо гранату кидать. Кидай, кидай. Осторожно. Вперед, внутрь. Тут сейф-зона. Прорывайтесь. Прорвал, ай, блин, но я ли... А! Там ты ведьма зоне, внутри была. Я извиняюсь за обсценную лексику. Это было прям очень. А вот. Мрачный карнавал. Ух, это было жестко. Да. Так, хорошо. Слушайте план. Последний раз я видел полуночных всадников черти когда. Но а, если у них точно. Все по-старому... Это привлечет вертолет. Никто, ой, дробовик. Абсолютно никто не отжигал круче полуночных всадников. Невероятно яркое тренер, шоу. Тренер, это самая дурацкая идея, с которой я соглашался. Ну, устроим сейчас дискотеку. Дискотеку? Да, не зря же персонажи взяли гитары. Нет, кстати, его не слышно. Егор, ау. Тебе не слышно было? А, так я и не говорил. Сейчас буквально. А, ясно, окей.
Странно, конечно, что тебя было... не было слышно, но ладно. Скрип клоунских ботинок, топот маленьких ножек. А рвота толстяка это зачем? В колбе имеется в виду. Так, а что тут без меня? Ёперный! А, я только вышел! Мы не услышали... ничего. Ничего страшного. Поздно осознали, что ты стоишь. А. Ну, тем не менее, это... Да что, все хорошо? Дай я тебя потрогаю. Потрогай. Давай. Все хорошо. Так куда лучше. Я отыгрывал. Спасибо. А, я понял. Так. Reloading. Так. Благодарные зрители скажут тебе, не бери его больше никогда с собой, да? Да ладно тебе. Это же копчики. В этом и смысл. Ой-ой-ой, как же тут много. Будет еще больше. Это понятно. Нам просто держаться надо, да? Да. Если я правильно помню, то да. Осторожно! О, оба-на. Подожди, тут петарды вот. Да, я этот чищу от мелочи. А петарды пока куда что... надо? Да, чтоб я знал. О, 4 аптечки. Аптечка. Наверху вот. Все, да? Да, там где. Тут 3 гранаты, ребят. Элис. Вот где я вот тут стою. Одну я взял. Я тоже одну взяла. Так, я мажусь тогда. Так, тут дефибриллятор раз. Молотов. Ну вот, снова в строю. Тут еще одна аптечка. Да тут прям вообще много всего. Егор, иди сюда. Куда сюда? Сюда, ко мне. Ага, вижу тебя. А я любопытная, я что? Теперь у нас полный состав группы. О, да. Е-е-е. Ты понимаешь, тут вообще для всех есть. А, так тут это, тут для всех. Прикольно. О, тут и пушки лежат, кстати. Так, ну чё, зажигаем. Свет! Чё, на сцене отбиваться будем? Да. Ну там вроде больше всего разбросано. Хотя тут, в принципе, равномерно. А. А. Плевальщица! Вот чёрт! Я весь облит слизью! Толстяк! О, обожаю эту песню! Это ты какую? Убейте клоуна! Ну, только отправить. Там звуки зомби. Но у меня, кстати, музыка выкручена прям в минус. Не, ну у меня не прям в минус, но тише, но... Так, меня бьют об пол. Спасибо. Бей их гитарой! Есть гитарой. Ребят, меня закет. Бегу. Как он уклоняется хорошо.
А, вот как вот петарды так работают. Курильщик, курильщик! Молотов. Так, а что нам надо сделать-то? Не знаю. Ждать, видимо. Мы же хотим привлечь вертолет. Там танк он снизу. А что происходит? А, потому что тут еще и громила. Да. Можно я полечусь, пожалуйста? Можно. Оптичка. Садники, я вас обожаю! Блин, как-то это убого звучит, если честно. Помогите! Музыки нет, но зато это. Но зато мы их обожаем. Да. Не, она есть, но на фоне, прям на фоне что-то совсем. Прям совсем, да? Там плевальщица по левой стороне. И жокей. Пошла граната. Беру коктейль Молотова. Жокей на мне. Спасибо. Бросаю коктейль Молотова. А тут зомби поясняю за новую волну хэви-металла. Громила! Он так забавно полетел. Толстяк! Все, концерт окончен. А вдруг еще будет как набит? А, ну да, вот он. Так, ну теперь мы привлекли всех. Ну, судя по звукам, да. Там танк вон справа. А что происходит? В меня прилетело, что ли? Да, камень. А я его вообще не видел, он не пролет... А вот этот прорисовался. Да иди ты в жопу, что ты такой меткий? А, он не умер, ладно. Он умер. Ладно. А где вертолет? А? А ему удобно? Да нормально. Там еще один танк. Вертолет, вперед! Все на борт! Все на борт! Согласен. Поднимаемся. О, Элис, давай. Твою дивизию, Элис. Нормально. Я никогда его не любил. Да. Представь, Элис — это отсылка к Элис Куперу. Ничего страшного. Leave anyone behind, если что. Ладно. Так, ну, кстати, нифига себе, мы тут полтора часа. Нормально мы. Хорошо повеселились. Это да. Да. Дима жрал больше всех таблеток. Потому что я этот рокер. А ты любишь бомбы. Ну, кстати, банка с рвотой была вообще всего одна в самом начале, и все на этом. Я и в рукопашную больше всех убил. Ну, потому что у тебя гитара была, конечно. У всех была гитара. Я и плевальщиц 9 штук убил. Плевальщиц, понимаешь? Красавчик. А я танков.
взорвала танк. А я шелупоньку бил. Наименьшее количество урона, зато больше всех аптечек жрал. Ном-ном-ном-ном-ном. Да. При съемках этого фильма пострадало 3609 зомби. Неплохо. Да. Так, ну что, полтора часа, думаю, на сегодня нам хватит? Да, вполне. Такое да, дело, может быть, да, повторить? Да, конечно, это с удовольствием. Отлично. Мы же это еще не выбрали. Тут карт, оказывается, офигеть сколько. Тут же еще, да, и эти переделанные карты с первой части. Ну, как переделанные, типа там чуть-чуть подтянули оптимизацию, такое все. Ясно, да, можно, да. Как-нибудь соберемся. Отлично. Все, всем пока-пока. Все. Тогда. Все, тогда да, всем давайте пока. До связи. Угу. До связи. Пока. До связи. 1, 2, 3, 4.